Меня зовут Бенни Бенасси. Но если серьезно, я Джерри Рапуэра, и я холост. Мой телефон можно узнать на телевидении. Я живу в Германии, но сам я испанец. По-настоящему здорово, что я занимаюсь искусством, потому что диджеить, продюсировать, путешествовать, бесконечно оформлять визы, сохранять статус сингл – это действительно искусство, которое требует большой отдачи и приносит в мою жизнь ощущение реализованности. Я все-таки испанец. Ибица была и остается законодателем клубного движения. Треки, прозвучавшие впервые на Ибице, становятся мега популярными. Россия – страна самых лучших клубов. Они даже лучше, чем на Ибице. Ибица для меня нечто другое, чем для остальных диджеев. Кстати, я думал, что The Top происходит от ZZ Top, но глядя сейчас на ваше лого, понимаю, что здесь какая-то иная топовая подоплека.